Запас прочности есть. Минувшей ночью мост через отрасль, ведущий на Комсомольскую площадь, испытали тяжелой техникой. Многотонные грузовики стояли в разных частях сооружения, а потом двигались по гладкой поверхности и через препятствия. В это время специалисты с помощью приборов исследовали прогибы, деформации, напряжение и колебания конструкции. Новое сооружение выдержало все испытания. Аналогичные проверки проходили 7 лет назад еще на старой конструкции. Тогда исследования показали, что мост в плохом состоянии. На субботу запланировано торжественное открытие моста после реконструкции. В Ярославле ждут нового министра транспорта России Евгения Дитриха.